Есть подозрение, что один из задержанных согласился проводить диверсионные операции в Германии, в частности, против военной инфраструктуры и промышленных объектов. В частности, он рассматривал возможность проведения терактов с использованием взрывчатых веществ или поджога. Этот подозреваемый уже рассказал о нескольких потенциальных целях с помощью другого подозреваемого, который также был арестован. По нашим данным, первый задержанный затем передал собранную информацию человеку, связанному с российской разведкой. Мы также обвиняем первого задержанного в участии в иностранной террористической организации, поскольку, по нашим данным, он воевал на стороне так называемой Донецкой Народной Республики на востоке Украины в период с 2014 по 2016 год. Оба подозреваемых сейчас предстали перед следственным судьей федерального суда. Он выдал ордера на арест и распорядился об их исполнении в обоих случаях, а это означает, что сейчас оба задержанных находятся под стражей.